Вот возьмем ваш дом. Возьмем ваш дом. Предположим, в вашем доме, в вашей комнате находится, ну, возьмемте там, 73 предмета. 73 предмета. Если мы их расположим как попало, тогда у вас не будет уюта. У вас будет просто 73 предмета. Но если их поставить каждое на свое место и в правильных пропорциях, то появляется свойство, которое не присуще ни одному из предметов. И это свойство называется уют.